Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть God of War. Итак, я залез наверх. Там по дороге собрал, кстати, одну залежи. Я думаю, я вышел к дракону. Я так думаю. Потому что по карте, вроде, если не ошибаюсь, дракон показан. Сейчас посмотрим, что там есть на самом деле. Дракон, не дракон. Уязвимы для этого приема. Так, ударив противника о стену, вы наносите ему значительный урон от оглушения. Согнувшиеся враги особенно уязвимы для этого приема. Подожди. Я не совсем понимаю, где я нахожусь. Так, минутку. Подождите, я точно знаю, что я не здесь был. Это вообще час охранялка. Кристалл снова сияет. Подожди. Я вообще где? Как я здесь оказался? Я вроде шел к дракону. Так, минутку, давайте-ка разбираться постепенно. Боюсь, заперто магией. Блять, это... Так, минутку. Я здесь не должен быть по факту. Ну-ка, давайте-ка загрузить. Ну-ка, попробуем. Что-то хрень какая-то получается. Ерунда. У меня даже слов нету. Как я здесь мог оказаться вообще? Где это? Блин, нет, смотрите-ка, здесь все равно. Так, ладно. А может, я сюда приплыл как-то? Ничего не вышло. Ну-ка, давайте-ка посмотрю, куда это я приплыл. Брат, гляди, кристалл снова сияет. Брат. Все, понял, я же наверху был. Почему внизу оказался, я не знаю. Ей-богу, не знаю. Ну-ка. Если мои предположения верны. Так это бредятина. Как я вообще там оказался? Да тише, 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 тише ты. Не понимаю. Как я там сохранился-то, если меня там даже не было. Ладно. Давай, ползи. Так. Мы не сюда пока плывем. Мы выплываем откуда-то. Пипец, ни хрена меня занесло через верх-то.
Так. Минутку. Опа. А здесь я что, был уже? А что я здесь делал? Или это потом где-то надо применить, когда еще вода уйдет? Не знаю. Не понимаю. Так. Едем на выход для начала. Точно, я вон наверху был, вон там. Но никак не здесь внизу. И уж точно туда я не заплутал. Да, кстати, у меня надо посмотреть, у меня ресурсы. Ладно. Вот сюда вот я заходил. Ну-ка давай. Опа. Да, опа, да, потушечки. Давай. Сынок. Так, конечно, мы от основной миссии отодвинулись, но я хочу посмотреть. Всего дракона здесь 3, по-моему. По крайней мере, мне так высвечивалось. Синдри, ты всегда был такой... Чистюли? Если бы... Так, купить. Камни воскрешения. Как любой гном. Ага, у меня он есть. Мудрая ванская колдунья не открыла мне глаза. С помощью магии она выяснила, что вокруг нас полно крошечных созданий. Таких маленьких, что их и не увидишь. Это микробы называются. Это правда. И если они попадут к тебе внутрь, ты заболеешь. Но... Итак, если вы туда пойдете, вы найдете там это место, где копать, где сокровища зарыто. Не помню, как называется. По карте. По карте там видно, кстати. Видите, я здесь был, это точно сюда. Заходи. Я хочу посмотреть, могу я здесь справиться или нет. Так. Здесь вот троны стоят. Правильно, троны же. Один трон, одна трона, или как правильно говорить-то? Как в сказке, давайте. И что тут делать, я не понимаю. Даже стрельнуть-то не в чем. Вон они. Молчаливые. И змей на нас еще смотрит. Смотрите, вон он поворачивает свою башню. Трума! Так. Нету, да? Блин, я думал, дракон все-таки. Ну ладно. Пойдем. Вот здесь вот сундучок есть, который вы можете взять. Но я думаю, вам эта информация здесь вот сейчас не нужна. Давайте будем смотреть на прохождение. Тогда получается, нам сейчас обратно плыть придется. И думать, как там нам быть, как нам там выкручиваться, твою ж мать.
Опа, да, опа, да, потушеньки. Пойдем, сына. Могли бы дорогу и побольше прошкрябать-то здесь. По пузом труся. Пиджак пачкаю. Давай. Пустился. Ну-ка. Можно до острова, конечно, доехать, там побиться с одним Херманом, но боюсь, что я проиграю, потому что у него там помощники. Был бы он один, я бы еще мог бы попробовать рискнуть. Но он не один. Так. Куда мы заходили, там нету ничего. Видимо, рано еще для чего-то. Собирать. Прекрасно, прекрасно, я вам скажу. И настроение прекрасно, и времяпрепровождение прекрасно. И погода на улице замечательная. Так. Пока правильно двигаюсь в нужном направлении. Блин, близкий. Ой-ой-ой-ой. Ну ты давай, что ты встал-то, я не понял. Устал, что ли, или что? Так. Встать на якорь только здесь могу, да? Так. Вот так. Куда еще? Ой-ой-ой-ой-ой. Энни! Бенни! Раба! О! А, вот так и надо делать. Трума! На! О, отличный ход! Спасибо! А то! Энни Бенни Раба. Теперь в другую сторону. Думали, что я не догадаюсь. Вот так. Нет, нет. Не могу я ничего тут сделать. Что стало с выжившими? О, Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг. Ага. Ну или почти все. Вторая дверь, третья, какая здесь подряд они.
Во. Не дай бог здесь что-нибудь под щитами скрывается. Нет. Не скрывается. Здесь есть на что посмотреть. Куда? Все взял. Опа. Спать охота, да? И булочек охота. Минутку. Я что-то вижу наверху. Так. По всем характеристикам вниз падал. Упала. Так, ладно. Где нам здесь можно приземлиться? Ага. Да вижу я. Опа. Вот он. Найди кончик резца. В нем вся магия. Подожди. Я как вижу, глаз какой-то охренительный великан валяется. Это его молот. Как молот Тора, что ли? Это его рука. Это великан. Это его рука. Это палец-то там был. Зачем тут световой кристалл Альфхейма? Я готов. Леонка! Ну-ка. За тобой, оборотень!
Да подожди ты, твою ж мать. Тузи грелку. Ну, давай, это. Ого. Вот тебе ого. Берем. Так. Так. Сюда. Атрей, сюда. Да, отец. Такс. Читай. Слушаюсь. Что ты там начитаешь? Ньорду мы подносим дар моря. Тут верили, что Ньорд усмиряет ветра и море для рыбаков. За это его любили и поклонялись. Для бога Ньорд не так уж и плохо. Понятно. Понятно. Сундук я вижу. Что это там наверху? Ага. Одна осталась. А вот где ее взять одну? Так, эти две-то я видел. Мне почему-то кажется, что там вот что-то должно быть. Минутку. Блин, блин, спи. Стоп. А вот и основа. Но как его спустить? Так. Сюда надо его втыкать. Ну-ка, тихо, там. Вот перекот.
Так. Блин, где третья эта штука? Вот она. Так, а как мне это взорвать? Ни хрена. Так. Так. Понимаю, ладно. Лёса! Твою ж мать. Чего-то не понимаю. Его надо как-то освободить. Ну как? Мне надо стоять. Сок этого дерева. Это я уже понял, а где его взять? Застывшая смола мирового древа. Он мне и там нужен. Так. Вот что-то я быстро до него только бежал. Вроде далеко было идти, а так быстро дошел. Не знаю, тут какая-то пространственная хрень, что ли. Великаны. Жили великаны. Так на как они могут на горе жить, если они сами больше горы? Может, я что-то не то понимаю? Что-то добывали кого-то железо. Какая руда для вас-то? Непонятно. Так. Ну, пока вот этого сока Йотунхейма или кого он там... Я пока не вижу. Ой-ой-ой, область открыта. Вы бы побрили этого великана. Как спуститься? Есть идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лед. Ну, да. Так, минутку, минутку. Пошел, пошел. Да. Отец, я готов. Давай, 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 ломай его. Подожди, еще, еще где, где ты? Ой-ой-ой-ой. Да, ломал его. Тихо, спокойно.
Ломаю! Все, оторвали ему головешку. Да нет? А, блин, еще кто-то. На! Где? Давай! Ой-ой-ой-ой! Бежим его, быстрее, валим! Да! Давай-давай-давай! Вот так! Давай! Все? О, привет! Что у меня получается? Поднимайтесь! Ага, а ты, значит, все время там был. Подожди, в чем тогда получается? У папы хватило сил блокировать его атаку, но потом ему придется долго приходить в себя, поэтому лучше уклоняться. Ну да. Только подожди. Это нос. На. На. Ни хрена, ну-ка в глаз. Так, ладно. Блин. Как? Нет, 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 нет. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько тут всего набросано-то. Это я навоевал, что ли, так? За мной, Атрей. Сейчас вернусь. Так, ладно. Еще разок, ну-ка сюда зайдем. Посмотрим, что и где мы выпускаем. Так. Вот он. Я же говорил, где-то должен быть. Так. Рома! Бам! Есть! Конечно, есть. Кто там? Пойдем. Где ты вставлять-то там тебя надо? Я говорю же, что-то я упускаю. А у него в голове, кстати, что? Блин, ладно, не могу с этим предметом посмотреть сейчас. Что ты балдеешь? У него что-то в голове, какой-то штырь какой-то, что ли? Здесь главное молот, но мне кажется, молот потом в конце упадет. Ну и чем его убил, мне интересно. Вот это мне интересно. Бьется! Ага. Подожди. Не спеши. Подожди. Не, не так. Постой. Паровоз. Исключите колеса. Есть время.
Лицо тебе в глаза. На. А что надо-то? Какой именно? Опа. Ну, чем порадуешь? Яблоко. Нет, эта штука, это что такое? Легендарный предмет чары. Нет. Да. Чар. Интересно, что там? Ну, что там? Есть еще что-то, что ли? Нет, вроде тут ничего такого нету. Ты меня с мысли сбиваешь, мелкий. Так. Раз мы здесь все. Ну-ка, здесь мы ничего не можем сделать, поделать. Нет. Это палец, его это рука такая. Хопа. Твою ж мать. Он тут зажечь как-то поди надо. Трума! Нет. Не выходит. Давай посмотрим, что здесь. Ага. Вот так вот, легендарный предмет, бесформенная субстанция, на разрыв между мирами используется. Так. Ладно. Сколько там? 10 из 18 сделал. Мне вон туда надо влазить, вон туда идти. А, все вспомнил. Что, вообще миссия-то что заключается? Великан, это вот эти, наверное, которые затворили-то между мирами проход. Я надеюсь, вот этот великан. Куда уж великан нести-то? О. Давай. Пошли. Кстати, это было нечто. Этот бой. Так, ну ты все видел еще. Ну вот, только зря потратил хорошее яблоко. Как тебя не заметили? Тут нет места, где спрятаться. О, это... Это особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому не видит ничего. Вот почему нам самим все это оружие, как правило, ни к чему. Да, но на драконов это не действует. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты. Ну, еда у тебя есть. Брок спрашивал обо мне? От него сивухой не пахло. Ты снова дал ему топор. Давай. Ну, пошли. Он мне показал, что у него шея, да, отделилась, нет? Башка. Вот как Брок попал в храм сразу, как сошла вода. Он был меж мирами. Так, а теперь цыц. Такая важная работа требует полной тишины. Мне кажется, у него башка отлетит должна, нет? Пожалуйста. Такая важная работа. Так, ну-ка. А, да, да, заходите. Блин, а мне это вообще надо улучшать?
Нагрудная 4, там 4. Блин. Камень забвения, это вечный мороз. Талисманы тоже. У меня талисман-то больше, да? Ну-ка, давай-ка посмотрим, что у меня. Так, 5. Так, это 4. Броня. 5. О, у меня тут, подожди. Так. Безупречный знак мира, так. Удача. Так, ну-ка, давай, давай. Увеличивай так от всех атак в рукопашной на 6%. Конечно, поставим. Так. Высокий шанс, так, получить благословение силы при ухудшении здоровья Калса до критического уровня. Высокий шанс получить благословение силы рун при ухудшении здоровья до критического уровня. Так, а тут что у меня? Тут живучесть 9, а тут 9,6 восстановления. Очень высокий шанс получить прилив здоровья при убийстве врага с помощью рунической атаки. Так. Сущность удача 13. Так, осколок стихий. Увеличение урона. Так, повышение скорости накопления ярости. Даже... Ну давай вот так вот, давай сделаем тогда. Удача увеличит, так, с наносимого урона от оглушения на... Вот так вот, наверное. Вот, ну ладно. И очень зря. А вы в смысле думали, что я тут пострадаю? Видаешь? Ну, наверняка не столбом тут стоять. Верно. Но как идти дальше? Ого, Тамур очень любил украшения. Даже бороду ими увешал. Лично я считаю, что он выглядит эффектно. Ну, для так. Заснеженного трупа. Для заснеженного трупа. Ну-ка, тут внизу что у нас? Где ты, где ты, где ты? Так. Как мне туда пробраться? Так, вот молот. Ремешок надо, да, наверное, порвать, чтобы молот упал. Я вижу на молоте. Кстати, кто молотом ковал? Вот интересно, я знаю. Вон там, это что такое? Лёста! Нет. Ладно. Мы шли оттуда. Так, это вот. На рукавник этого великана. Так, это рука. Это нос. Понятно. В глаз мы тоже, да, били. Как это лом у него торчит. Кто его там хренакнул? Зуб. Подожди. Это что, ради прикола, что ли, зуб-то ему можно было выбить? Или есть какая-то мотивация к тому, чтобы ему... Ну-ка. Да подожди. А что ты здесь делаешь? Я ищу скап. Это шлак такой.
Чего, шпак? Скаф, шлак. Руда с особыми вкраплениями, которые нужны для очень сложной работы. Так мне он тоже надо. Для отхода, а для других ценный материал. Угольки вот эти. Ясно. А мы вот собрались добыть кусок великанского резца. Того здоровенного резца, что подо льдом? Удачи! Так. Но здесь я не вижу, чтобы как-то что-то можно было достать, конечно. Здесь есть. Здесь мы сделали. Цепь. Нет, по цепи мы тоже не можем пройтись. Нет, не разбивается. Тут что-то должно быть. Что-то должно упасть. Ну-ка. Не понимаю. Ну-ка, давайте-ка еще раз. Вернемся назад. Посмотрим. Так. Нос такой. С татуировками еще. А как нам... Как нам это сделать? Резец. А, резец, вот это кинжал. Кусок кинжала вот этого. Так, в наручни мы тоже туда попасть не можем. Значит, у нас пока один выход. Как бы его не упустить. Что-то я тут не улавливаю. Нет. Пол. Нет. Так что там за идея? Угадаешь? Ты наверняка не столбом тут стоять. Верно. Но как идти дальше? Нет, надо в камушек. Опа! Вот так вот. Минутку. Вот так. Осторожно, здесь же моя мастерская. Да подожди ты со своей мастерской. Вот так вот бороду мы его отцепили. Я что-то вижу, вон там. Подожди, а мы не можем вниз спуститься? По бороде там, я не знаю. Волосы там нарубить себе, нет? На шубу. Или из этого волоса шуба не пойдет. Так, это борода. Да. Тут такого уже все нету и не будет, да, по ходу дела. Интересно, зачем я ему зубы выбил? Куда? В этот дом? Да. Ну, найдется чем разбить лед и добраться до резца? Нет. Я еще угадаю. Так. Ну-ка. На. Понятно. Ну давай попробуем. Нет, нам сюда не перелезть. Сюда нам тоже не перешагнуть. Вон та местность от нас закрыта. Ладно. Цепь. Это понять не могу, что-то зацепит-то такие. Чего не связывают? То ли бороду, то ли ошейник какой-то. Чтоб он никуда не убежал.
Труба! Ладно. Хопа. Так, там что-то надо писать, читать. X. Пойдем. Алаказам. Или что там, Сим, откройся. Вперед! Да. Струна! Жду команду! На! На! Ух ты, падла! На! Еще немножко осталось. Добиваю его. Что скажешь? Ты стал лучше. Да. Давай смотрим, кто это. Вдобавок к прочей броне он носит за спиной путник герой. Огромный щит. Убить его еще труднее, чем простого путника. Я думаю, что я его не пробиваю? Бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла столько жизней. Но я не знал, что Тор уже начал охоту на великанов. Так. Но как война богов касалась великанов? Никак, парень. В том-то и трагедия. Они не принимали участия в этом деле. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор. Кровожадный? Я думаю, может, здесь что-то такое есть. Так, ладно. У нас есть... Куда, куда, сюда? Выйти можно. Можно. Но я хочу сначала... Куда? Нет. Давай еще немножко. Так. Знать бы, зачем сюда я его вытащил. Так, ладно. Мы на него можем залезть. Опа, полезли. Подожди, ну-ка в другую сторону. Эй, эй. Ладно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
Надо, значит, куда-то так попасть, чтобы он меня потом развернул. Ну-ка, 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 подожди. Да что ты падаешь-то? Твою ж мать-то. Оп. Так, нет. И как ты действуешь тогда? Ну давай. Значит, не надо до конца, наверное, доводить. Лучше. Не, может, и до конца-то не надо доводить, а может, надо лед сбить. Нет, все-таки вот так вот надо, не надо было до конца доводить. Что мы имеем? Синергическая атака. Ну, давай посмотрим. Ну-ка. Пять и три. Ладно, посмотрим. У меня тут на оглушение хоть есть на три. Всяко больше, всяко лучше. Лёха! Понятненько. Все, сундучок взяли. Что у нас здесь будет сейчас на пути? Великан Йотунхейма или кто он там? На. Что-то подозрительно как-то. На. Давай, давай. Держись, сынок. Опа. Забрались. Рома! Что теперь? Надо раскачать. Дай знак. Надо как-то повернуть или раскачать, да, эту штуку. Ага, вот так вот. Готовься, сынок. Трума! Вот так. О, почти вышло. Так у нас что, думаешь? Одна попытка, кристалл-то восстанавливаться. Молот падает. Я же говорил, молот должен упасть.
зацепился, падал. Да уж. И правда, к чему нам таиться? Надо освободить второй ремень. Да? Да. Трума! Так, ладно. А где я от этого должен все топором своим? Мега топором. Разрубить. Почему не получается, не понимаю. Зато напоминаю, производится сбор средств на видеокарту, поэтому все, кто желает помочь мне, реквизиты в описании внизу под видео. Ну-ка, давай-ка вот так вот. Ешь твою мать-то. Вот так. Еще немножко. Ну, вроде бы так. И что мы тут видим? Дома! Полезли. Так, тут мы точно все сделали, надеюсь. Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Чтобы уронить молот. Кончик резца скрыт толстым слоем льда, который не растопить. Верно. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно. Ага. Остается расколоть лед. Но для этого нужно что-то непомерно огромное. А-а-а, я понял. Хорошо. Ну-ка. Выбил. Как развернуть молот, чтобы он упал в нужном месте? Никак. Мы срежем его, съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться. То есть идея положиться на удачу? Если у тебя есть другая, то я слушаю. Практически. Практически на удачу. Еще. Еще. Вот так. Тут-то, надеюсь, подожди, никого хоть нет. Держись. Подожди. Держись, что надо, держись. Ты думаешь, что у меня сил хватит? Давай. Хватит, вот смотрите-ка. А, все это плохая идея. Молот застрял. Не вышло. Он не долетел. Так. Назад никак. Ну что, пойдем, сынок. Смотрим, что нас здесь ожидает. Так, ладно, хоть сундук сразу. Вот что за граница? Кто так прячет? Что все на виду? Потом смотреть будем. О нет, нет, пол обвалился. Там чаша с песком, но достанем ли? Чаша с песком, а что ты... Сын, сюда. Ну, вот ты там хотел там эта чаша с песком найти. Что там сказано? Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Она обратно. Как так? Эти знаки. Времена года? Да, но их порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела такую песню. О, я ее знаю. Зима! Тихо, голова. Песни мы тоже не любим, ясно? Зима.
весна. Лето. Осень. Вот. Ветр. Вар. Сумар. Хаус. Не вышло, но в маминой песне было так. Так. Ну-ка давай, на один прокрутим вперед. Попробуй. Вар, Хауст, Вар, Ветур. Не-а, неправильно. Тут нет зимы. Так. Вот. Ветур, Сума, Вар, Хауст. Все равно нет. Сын. Какой там порядок в песне? Зима, весна, лето, осень. Зима, весна, лето, осень. Как весна-то будет определяться? Вот это, наверное, весна. Не, ну-ка давай-ка вот так вот. Ага, нет, назад, назад, назад. Попробуй. Ветур, Сумар, Вар, Хауст. Обратно потечет. Что? Конечно. Загадка. Ответ задом наперед. Ответ задом наперед. Ну-ка. Зима. Предположим, весна. Так, здесь надо осень поставить. Если я, конечно, их как думаю правильно. Напиши. Хауст, Сума, Вар, Ветру. О, зажглось. Да. Черти. Атрей, то слово. Фола, значит, длится. Попробуй. Фола. Отлично, парень. Отлично. Пиши еще раз. Фола. Едем. Энергия поднимает платформу. Пиши еще. Фола. 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 Голова. Как это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Ваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Йорд очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Ну, оказалось, что если остановить время, то солнце и луна тоже застынут в небе. А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Вот так вот. Не добраться! Следи за ними! Тихо. Подожди. Да. Подожди. Это еще полбеды. На. На. Вот так. Энергия поднимает нас. За половину.
Я вскормил. Смотри, Драугр! Давай, давай, давай! Корми его! Чисто! Пиши дальше, пока пол не обрушился. Давай. Заново, да, получается, эти исчезла моя зеленая штучка, я специально оставлял ее. Фола. Фола. Не пройти. Но. Вот так, вот так. Получает. На. Да. Шустрый такой. Вот так. Фола. 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 Вот так. Фола. Фола. Только нет. Да. Дома. Так. Неплохо! Неплохо, конечно, неплохо, соврат. Тихо, тихо, тихо. Береги, я с тобой. Так. Мы почти на вершине. Ну так продолжай тогда, что мы почти на вершине. Закончим работу. Ой, мать, не успел собрать. Вельва призывательница. От ее дыма лучше держаться подальше, она лишает вас зрения и служит ей прикрытием для дальнейших атак, так что лучше не попадаться в него. Новое. Вроде столько перебил, все время что-то новенькое от нее узнаю. Давай, давай, не висни, на радуге зависни. Молодец. Спасибо. Я сыну. Да пошутил я, старый ты ворчун. Все, тут больше ничего нету. Пол обрушился, блин. Получается, он падал сверху, вниз, туда. Ой, что так. Пока выйди, прорвач. Как его освободить? Толкнем. Верь мне. Фу!
Толкнем. Давай толкнем. Готов? Соберись и толкай изо всех сил. Давай. Ну, у сынка-то сила есть. Спустимся. Спрыгнем. Правда? Вперед. Опа. Здорово. Только обратно. Не бойся. А чего бояться? Я держу. А меня кто держит? Ты знаешь, что ты чокнутый? Ты цел? Ага. Хорошо. С батей ничего не страшно. Господи, у него там щека порвана, что ли? У сына-то. Ну, давай, выходи. Сейчас прогрузится. Ешь твою мать. Подожди, я хочу взглянуть, что у меня там. Куда он не идет? Ладно. Резец! Надо отдать должное. Разрушать твое призвание. Помни это, голова. Помню каждый миг. Пойдем. У нас теперь только одна дорога. Все обрушилось из-за моих прыжков. А почему я назад-то не могу? И вниз туда не могу, ладно. Разберемся. Ненавижу сраный Мидгар. Чего вы взяли, что не вомщал? Потому что этот молот всегда по тебе упал. Ага, вот так надо было сюда. Мальчишка мне. Да что такое? Ой, я слышу голоса. Найди. Отец. Боже. Минутку. Там я вижу механизм какой-то. Ага, его только видно с этой стороны, да, вот так вот. Или что это там, глаз какой-то? Ладно, пойдем. Нас там ждут неприятности, не стоит заставлять их ждать. Некрасиво. Ага, а кто говорил тогда? Кто говорил? Не понимаю. Ладно. Это они были с Бальдром? Племянники? Да. Магни и Моди. Сыновья Тора. Мама говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Небось и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправданий. Так. Они его не найдут. Кого? Мимир, они его не найдут. Еще как найдут. Кто ищет, тот всегда найдет.
Дракон проснулся. Так. Вот вроде недалеко, блин, какими-то конными путями приходится идти к нему. Что за... А, большой обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Такое чувство, что как будто тут кто-то есть. Вон, кто-то же есть. Вон. А, да. Сейчас, минутку. А я уже, да, собрал там. Тебе всегда нужно что-нибудь сломать. Будто бы трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной. Мне куда его надо перенести? Еще разок. Уходи. На. Да. Хорошо. Серьезно думал меня победить. Вижу, такой выход. Наивный. Вот туда не добраться. Ага, на эту на эту не клепается. Я готова!
Сейчас я его, подожди, по рогам туда стучу. Ух ты, красиво как, ну что-то пора в лицо ему. Я же крутой его и задавил. Жаль, мне на это не хватит сил. Не расстраивайся, сынок. Хотя все получится. Рунный призыв. Ладно, потом посмотрим, что это за оно. Мама говорила, что Камнеборд назвал себя королем только потому, что все боялись с ним спорить. Ну да, если уж хватило наглости присвоить королевский титул, надо быть способным его защитить. Камнеборд это мог. Он не проиграл ни одного боя до сих пор. Так это, оказывается, король какой-то был. Вау! Да. Скорее, пока они не встали. Да. На кристалл. Да. Вот так. Где еще один? Вот так. Оборотни там мощно, да. Это мы помним. Так это какие-то простые оборотни. Какие-то прокачанные были. Еще падла, грызают на меня. Можно. Отсюда никак. Отсюда я пробовал. Ну ладно, давай еще разок попробуем, мало ли. Пошли посмотрим, что с тобой сделать. Эк. Нет. Сиди. Что-то впереди. Видишь, он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Ты уже здесь. Так, Камнебор. Я не шучу. Он сражался с дядей. Шел живым. Дядя нас давно ни хрена не видит. Но если отец его пойдет, значит и мы пойдем. Так что хватит трепаться. Соберись и помогай искать. Да, как же вести отца. Ох, да печешь ты меня. Да, нельзя подвести отца. Так. Ищи давай. Минутку. Блин. Как знал, что надо с собой этот гребаный кусок взять или туда кинуть. Ну кто же знал об этом, ладно. Мне-то не видно было. Вот так. Теперь пойдем. Ой, это со своими кузнями как только успевать переходить. Хоп, хоп, и уже там мне бы так. Не парился бы так долго. Давай, взял. Так.
Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. А я пока. Что ты знаешь об этих людях?